И в регионе продолжается реализация национального проекта здравоохранения. Лечебные учреждения буквально на глазах обретают новый облик, начинку и оснащение. Особенно это важно, когда речь заходит о детской медицине. В Курсуне после капитального ремонта двери открыло консультативное отделение местной больницы, где пациенты – самые маленькие жители района. Артем Петров продолжит. Еще недавно это было серое консультационное отделение. О ярких красках самые юные пациенты Корсунской районной больницы даже и не мечтали. Благодаря национальному проекту здравоохранения теперь здесь все иначе. Если раньше здесь был как-то так скромненький ремонтик, мебель не очень, то сегодняшний, как вот сегодня мы пришли первый раз после ремонта, здесь все стало ярко, красиво, новая мебель, телевизор. Дети пока ждут приема, например, смотрят телевизор, вот рисуют, допустим, замечательно просто. Яркие стены – это лишь верхушка. На выделенные средства полностью заменены и инженерные коммуникации. В ходе ремонтных работ была полностью заменена отопительная система, оконные блоки. Также произведены отделочные работы. Общая сумма ремонтных работ составила 1 780 000. А главная гордость отделения – новый аппарат ультразвуковой диагностики. Раньше на всю больницу был один аппарат УЗИ, и то, который уже морально и технологически устарел. На нем невозможно измерить целый ряд параметров. Установка оборудования нового поколения в прямом смысле расширяет медицинские возможности. Разница колоссально. Это все равно, что ехать из Ульяновска в Корсун, если раньше ехали на пазике, да, и вдруг вы помчались на каком-то автомобиле по хорошей ровной дороге. Вот примерно такая разница. На территории района проживает больше 4000 детей, 120 из них в возрасте до года. Обновленное отделение, оснащенное современным оборудованием, позволит оказывать всю необходимую консультационную помощь, соблюдая стандарты бережливой поликлиники. Артем Петров и Герман Баранов. Вести Ульяновск из Корсунского района.